Всем большой привет! Меня зовут Юля, и я очень рада видеть вас на своем канале. Обязательно подписывайтесь, если вы этого еще не сделали. Сегодня с вами пойдем в Сток-центр, Абсолют, магазин низких цен. Бытовая химия, продукты и товары для дома. Такой же магазин, как Светофор, они у нас всегда рядом. Посмотрим новинки, я знаю, что они точно здесь есть. И это стройгигант Курск, Косухина 51. Желаю вам приятного просмотра! Вот он наш с вами Абсолют, Сток-центр. График работы у него интересный, с 9.15 до 20.15. Друзья мои, смотрите, снова появились качели. Их, кстати, тут разбирают. Они периодически меняются, появляются. Есть поменьше, побольше, но не вижу сейчас на данный момент ценника на них. Такие садовые качельки, даже есть подголовник. Смотрится интересно. По-моему, 150 килограмм максимально выдерживают. Магазин у нас очень экономный. Влажные салфетки для всей семьи по 38 рублей. Как-то такие были и в Светофоре, помнится мне. 100 штук их. Если смотреть с вот этой крышкой, то по 82 рубля. Но их здесь уже 72 салфетки. Маленькие по 6 рублей. 15 штук в упаковке. Здесь влажная туалетная бумага по 30 рублей. 40 штук, много памперсов от Аура. Вообще здесь все у нас, и посуда, такой же точно магазин, как Светофор. Вам тоже уже снимала неоднократно здесь ролики, но зашла сейчас посмотреть, вы просили показать, что же есть здесь новенького. И вот, к примеру, вижу, что появился скраб для тела, грейпфрут, вот он рядышком у нас, это лайм я взяла, 79 рублей. Смотрю, что скрабирующие частички такие средние. Надо попробовать его. Кстати, 500 миллилитров. Разные мыло. Моющее средство на другой стороне, на противоположной. Смотрите, жидкое мыло. 97 рублей. С ароматом лимона. 5 литров. Сразу купить так купить. И доливать понемножечку себе в дозатор. Сорти. Для посуды 28 рублей. Обязательно покажу вам и посуду. Вот следующий ряд будет посудный. Здесь у нас что? Средство для мытья посуды тоже. 39 рублей за 500 миллилитров. Как-то стандартно 500 везде вижу. Много разных шампуней. И известных, и нет. Шамту, Шаума. Такая большая упаковка от Шаума. Сколько стоит? 170 рублей за 750 миллилитров. Новое чистящее средство. Оно универсальное для пола, стен и других поверхностей от бренда Glorix. 99 рублей за 1 литр. Конечно, нас с вами интересует больше вот этот ряд с посудой и товарами для дома. Давайте посмотрим. Появились здесь шторки по 500 рублей. Рулонная. Не указано, какой размер, но мы все равно посмотрим. 56,5 на 150. В двух цветах. Зеленый и желтый. У нас, кстати, такие шторки очень спасают. Классная вещь и недорого здесь. Здесь у нас коврики в саму ванную комнату. В саму ванну, чтобы не скользко было. Вот вижу новиночка. Какая крутая. Полностью он прорезинен. Сзади у нас маленькие присоски, чтобы ванну в саму хорошо все прикрепить. И сколько он стоит? 122 рубля. Размер 68 на 38 сантиметров. Мне он очень понравился. Такой смотрится интересно. Вот эти модельки уже были, я вам показывала. А вот эта красота появилась только. Сколько стоит? 138 рублей. Вау, как классно. Только интересно, если бы еще это все не смылась, не стерлась, правда, было бы супер. Сзади снова видим много-много маленьких присосок. Как это красиво смотрится. Очень красиво. Из новинок еще вижу, что плед вот такой появился, флисовый. 130 на 160 сантиметров, 300 рублей он стоит. И вообще здесь завезли разные одеяла и подушки. Только цен не очень видно. Набор плед плюс две наволочки. Рисунок микс стоит 1500.
получается, что плед 220 на 240, а наволочки 50 на 70 сантиметров. Одеяло двуспальное. Дача указана сразу. 172 на 205, 830 рублей. Все они упакованы. Видите, как вот в эти вот пакеты, сумки. На обратной стороне у нас посуда. Давайте посмотрим, что нового было здесь. Потому что тоже полный ассортимент я вам уже показывала. Прям наиполнейший. Некоторые цены тоже вижу, что не видны. Сковорода с антипригарным покрытием блинная была. Так, вот здесь у нас появились наборы. Наборы из кастрюль. Только сколько они стоят? Знаете, я их видела в другом магазине, эти наборы. Были цены 1050, вот 1100, вот таким вот образом. Это эмалированные наборы. Крышки, правда, у них стеклянные. И несколько видов расцветок мы можем с вами наблюдать. И они разные по литражу. Тоже сейчас хочу себе... Ну, не сейчас, а вообще хочу присмотреть себе наборы. Кастрюль. В итоге мне удалось отыскать вот такие вот расцветки. Есть черные и белые. Ну, цену не вижу, но я вам говорю, что-то вот 1100 примерно так. Плюс-минус 50 рублей они были. Смотрим с вами дальше. Чайник стальной. Завозят их часто. Вы у меня все время про них спрашиваете. Действительно, красиво смотрится. 745 рублей на 3 литра. Очень красивый, но смотрите, уже есть царапина. Это говорит о том, что недолговечен он будет в использовании, потому что нужно будет мыть, может быть, скоблить даже, да, все бывает. Очень много алюминиевой здесь посуды, которая экономная. Цены такие нормальные, в принципе, на нее. Эмалированные кастрюльки. 662 рубля на 7 литров с черешней. Здесь уже у нас на 7 литров. Какие красивые тюльпаны. Просто 442 рубля. Красота неописуемая. Ну и если посмотреть дальше, то обычные стандартные на 2,9 литра по 400 рублей. В разных расцветках есть вот такая желтенькая. Есть чайник 630 рублей. Он тоже полностью эмалированный, правда, вот здесь вот нет у нас ручки, но я думаю, что их завезли. Здесь все в коробах, можно уточнить, вам всегда помогут, подскажут. На 9 литров вот такая кастрюля, 730 рублей, фруктовая фантазия называется она. Смотрите, здесь у нас шортики детские по 69 рублей, причем они есть и черного цвета. Сейчас с сентября начнутся занятия в детских садах. С 6 до 12 лет указано, что ростовка. Все так же в продаже бейсболки по 89 рублей. Тоже, мне кажется, это просто супер-пупер цена. Здесь у нас кофточки. Не вижу почем. Но одежда тоже здесь присутствует. Как мужская, так и женская. Цены примерно светофора. Покажу вам общим планом. Если что-то нужно найти, я думаю, что все равно здесь найти можно. Кастрюли на 6,5 литров, такие же есть в светофоре, 880 рублей. Там, если я не ошибаюсь, такой же ценник. Если нет, то поправьте меня. Здесь у нас из нержавейки кастрюля, но мне кажется, что она какая-то тоненькая, я имею в виду стенки ее. 446 рублей на 3,9 литров. Пойдемте с вами дальше, вот таким вот образом покажу. На 9 литров из нержавейки 1450, такая большая, солидная, стеклянная крышка. Выход для лишнего пара имеется, ковшики в продаже по 350 рублей. И здесь у нас тарелки, чашки. Друзья мои, будет однозначно вторая серия, поэтому подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы вам пришло уведомление о моем новом ролике. Здесь у нас салатник на 400 мл, бирюзовые тона. Красивый, мне нравится, очень нежный, 92 рубля он стоит. И сейчас я вам скажу, кто производитель и что это вообще у нас за материал. Китай, керамика, все стандартно, все обычно. Вижу уже новую серию тарелок. Жалко, на них нету ценника. Посмотрите, какая красота. Они небольшие,
Они десертные, 18 сантиметров в диаметре. И все то же самое по характеристикам. Керамика и Китай. Вы только посмотрите, какая красота. Как можно это все не скупить? Девочки, куда все ставить, скажите? Очень красиво. И я еще заметила, что чуть-чуть повыше они есть обеденные. Такие же, по 84 рубля. Серия называется «Розы». Вау, какие классные. Я думаю, что их очень быстро разберут. Очень хорошего качества. И давайте посмотрим. Здесь, значит, есть еще другие расцветки. Не менее красивые. Здесь уже что кому подходит под интерьер, под кухню. И как мы можем видеть, что их разбирают. Остаются уже пустые кармашки. Далее у нас кружки. Кружки тоже разные. Хочу посмотреть что-нибудь новенькое, что вам еще не показывала. С бычками прикольные по 79. Но они, видите, здесь недорогие. По 75, 43, 55 рублей, 90 рублей. То есть, конечно, мне многие пишут, в каком году я снимала этот обзор, потому что таких цен нет. Действительно, их нет. Здесь, смотрите, 340 миллилитров. И они еще есть в полоску. А вот они и кружки, которые подходят к нашим тарелкам, которые мы обнаружили. Правда, не с розами, а второй вариант. 99 рублей на 330 миллилитров данная кружка. Ух ты, она еще и с двух сторон. Сейчас, знаете, обычно с одной стороны и хватит. А это с двух сторон. Какие красивые. Их не было в продаже, друзья мои. Ну, с розами не вижу. Но они могут где-то стоять, просто не открыть короб еще. На сегодня свой обзор я буду заканчивать, но будет продолжение. Обязательно ждите. Спасибо вам за внимание, за поддержку в виде лайка. До новых встреч. Всем пока.